Сегодня в Красноярской энергосбыте рассказали, почему в январских платежках потребителей могли оказаться некорректные данные. В декабре сетевые компании снимали контрольные показания приборов учета у красноярцев и предоставили данные в энергосбыт. В сбытовой организации обнаружили более 2500 некорректных показаний. Специалисты считают, что это результат неаккуратности самих потребителей. У большей части абонентов перерасчет произведен правильно, а тех, кто в этом сомневается, просят обращаться на участок или в энергосбыт. Вот.